Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня я хотел бы рассказать о изменениях, которые происходят на Ютубе. Ну, вы все знаете, что 10 числа новые правила вступают, но мы это сегодня упустим. У нас сегодня рассказ именно о изменениях из-за того, что я веду часто прямые трансляции. Вы можете их найти вот здесь, вот завершенные прямые трансляции. И совсем недавно я обнаружил, что именно в менеджере видео чуть-чуть изменился подход к прямым трансляциям. То есть с какой-то стороны это стало удобно, с какой-то стороны это стало неудобно. Ну, неудобно из-за того, что непривычно. Давайте зайдем в менеджер видео, я вам покажу. То есть ранее здесь вот в колонке была такая, ну, такая кнопочка, которая была написана, что дополнительно. То есть вот здесь вот где-то была дополнительная кнопочка. И здесь мы могли создать трансляцию. Конечно, в классическую версию, если мы зайдем, мы увидим прямые трансляции. Но как создать трансляцию сейчас, вот на данный момент, что делать, если вы зашли, вот у вас такая ситуация, срочно нужно провести трансляцию. Вы видите вот такую кнопку «Создать», вы нажимаете на нее. Здесь можно либо добавить видео, либо начать трансляцию. Как перейти именно в трансляции? То есть вот у вас вот такое окно выскакивает, и здесь вы можете создать трансляцию. В связи с тем, что если вы занимаетесь бизнесом, либо ваше видео не касается там детской аудитории, вы обязательно должны поставить ролик не для детей. Возрастные ограничения вы можете выставить дополнительно, но просто ставите ролик не для детей. Здесь вы можете загрузить свой значок трансляции. Здесь у вас будет описание. Здесь вы выставляете именно что у вас, на какую тему ваша трансляция, хобби, стиль, образование. То есть у меня стоит развлечение, раньше стояли люди и блоги. После этого вы можете нажать кнопку «Создать трансляцию». Но нам нужно именно вернуться к старому варианту. Здесь есть две кнопки. Здесь есть все трансляции и начать эфир. Чтобы вернуться именно к этой трансляции, когда начать эфир, к старой версии, вы, соответственно, нажимаете другое, либо выбираете, что вам не нравится, и нажимаете «Отправить», пока это возможно. Вас тут же перекинет на страничку со старым интерфейсом. И здесь вот я уже проводил трансляцию. Здесь вы можете изменить значок. Все как в старой трансляции было. Что нужно еще сделать? Ну, соответственно, вы должны заполнить описание. Название я меняю уже, когда запускаю трансляцию. Ну, соответственно, значок я меняю, когда запускаю трансляцию. В расширенных настройках что вы должны сделать? Что вы можете сделать, что вы должны сделать. Здесь можно ничего не трогать. Ну, если у вас ранее трансляции были, значит, мы заходим в основную информацию. И вот здесь в тегах нужно прописать именно то, что вам нужно. Потому что если будете вести трансляцию, вот она почему-то вылетать начала в последнее время. Ну и, соответственно, вы должны подготовить свои теги, либо под трансляцию уже адаптировать ваше видео, ваша трансляция. Здесь вот таким вот образом это все делается. Ну, кто делал трансляции, тот это все знает. То есть вы разбиваете свое название, соответственно, вы в описании ставите то, что, о чем ваша трансляция будет. Но так как трансляция проведена, уже я ее отредактировал у себя в студии. То есть после этого вы нажимаете «Сохранить». Имейте в виду, у меня вот здесь стоит вид IQ, и я вижу оценку SEO поисковых запросов. Вот 13,7% это очень мало. То есть вы нажимаете, если вид IQ у вас установлено, значит, вы должны добить в любом случае до определенных, чтобы оценка SEO у вас была 42 хотя бы. То есть вы выбираете заработок. Мы сейчас
подгоним эту трансляцию, которую я уже провел, под, чтобы у нас было хотя бы 40-42 из поисковых запросов. До соточки у меня редко получалось добивать, но тем не менее, вот VidIQ помогает во всех этих вопросах. То есть 37. Что мы еще можем добавить? Мы можем добавить еще, давайте, вот этот поисковый запрос. Либо мы сопрем вообще поисковые запросы с сайта, не сайтов, а с видео, которые нам предоставляются при помощи VidIQ. Вот вы видите, начало подниматься. Вот это 6 дней назад 42к просмотров набрало. Можно отсюда взять немножечко именно тех запросов, которые сделал данный автор. То есть мы просто нажимаем по этим словам и начинаем добивать. Но обратно же, эта оценка SEO, она такая, примерная. И имейте в виду, после того, как вы опубликуете, например, эту трансляцию, либо это видео, у вас, соответственно, VidIQ, то есть поисковые запросы, они поднимутся в запросах. То есть вот давайте вот полностью название мы ввели. Здесь у нас есть тоже название. И вот 39%. В принципе, при публикации этого видео, возможно, у вас поисковый запрос, уже поисковый запрос по SEO поднимется на более высокие данные, он вам даст, потому что здесь уже есть вот такое. Вот здесь есть уже такой запрос. Ну и, соответственно, вот эти все поисковые запросы, поисковые какие-то теги, они должны быть у вас прописаны. Еще у меня стоит вот такая вот программка. Можем немножко с нее взять. Программка называется Clever для YouTube. То есть, помимо SEO, вот VidIQ у меня еще Clever стоит. И по Clever я тоже иногда подбираю по подсказкам, по Google трендам, по YouTube тегам и по Яндекс Keywords. То есть здесь все запросы эти даны. Давайте сделаем вот так вот. Вот так вот. Пока у нас здесь 77 символов осталось. Это все популярные теги, популярные запросы. И вы видите, что оценка SEO по VidIQ у нас поднимается. У нас осталось совсем немного символов, 60 символов. Давайте еще один символ добавим. Минус 17 символов. То есть вот эти символы, они были лишние. Ну, можем даже заработок на телефоне добавить. Опять же, он у нас лишний. У нас 19 символов. Давайте вот это вот. Минус 8 символов. Ну, в принципе, если по SEO от VidIQ 45, это из 100, это достаточно хорошо. И после этого вы нажимаете «Сохранить». И вот в таком вот виде, после того, как вы сделали описание, после того, как вы проставили ключевые слова, после этого уже можно запускать свою трансляцию. Вот, перейти в новую студию. Нам здесь будет панель управления каналом. И мы можем уже здесь посмотреть статистику по видео. По видео здесь вот теперь разбито и по загрузкам, и по трансляциям. Ну, с какой-то стороны удобно, с какой-то стороны неудобно. Вот я уже провел неоптимизированную трансляцию, и, соответственно, 8 просмотров набралось. Это очень мало. Но на трансляции особо сейчас люди мало кто заходит. Трансляцию уже начинают смотреть позже. Но то, что я вам показал, вам обязательно это нужно будет сделать. Вот, оптимизировать свою трансляцию, свои ролики именно под поисковые запросы, чтобы вас люди могли находить
по каким-то поисковым запросам. Ну и, соответственно, из этих ключевых слов вы можете составить описание вашего видео. То есть вот эти ключевики, которые мы вставили внизу, они у вас обязательно должны вот здесь быть в описании. То есть название у нас уже есть. И теперь из этих ключевиков нам нужно создать именно то описание, которое у вас будет под трансляцией, под видео. И тогда, возможно, ваши видосы в YouTube или в Google начнут по поисковым запросам находить. Причем вот эти все поисковые запросы, которые я здесь ввел, они из популярных. То есть вот именно эти поисковые запросы вводят люди. И таким образом можно поднять рейтинг своего канала. Сложно, но возможно. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому не понравилось видео, ставим дизлайк. Пишем, что не понравилось, что еще вы хотите увидеть на моем канале. Буду освещать все обновления от YouTube. Не скажу, что я там суперпрофессионал, суперспециалист, но тем не менее о YouTube я знаю многое и смогу вам подсказать, как вывести ваши видео, чтобы кто-то их уже начал смотреть. На этом заканчиваю. Всем привет!